Жан-Клод Юнкер может остаться лидером Еврогруппы, которая объединяет министров финансов 17 стран еврозоны. Решение будет принято завтра, но по сведениям, которые поступают из брюссельских кулуаров, премьер-министр Люксембурга вновь получит пост, который занимает с 2005 года. Ранее сообщалось, что 58-летний политик жаловался на здоровье, утверждая, что тянуть на себе две сложнейшие работы больше не может. Изменил ли он свое мнение, пока неизвестно. Полномочия Юнкера истекают в следующем месяце.